В первом квартале текущего года началось активное обсуждение строительства мусороперерабатывающего завода на территории Ангарского городского округа. В августе на одной из пресс-конференций заместитель министра природных ресурсов области Игорь Анбросенко сообщил, что проектирование предприятия уже завершается. Так что при наличии финансирования в 2021 можно будет начать его возведение. Понятно, что куда-то валить мусор надо, понятно, хорошо. Но перенести ее как можно дальше от городской черты. На безопасное расстояние. Да, на безопасное расстояние. Ну, в любом случае, там, скажем, километров 10, 15, 20, я думаю, это совершенно реальная вещь. Местный завод будет рассчитан на переработку бытовых отходов. То, что переработать нельзя, планируют размещать на полигоне. Общим голосованием было решено направить обращение на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с просьбой разобраться в ситуации. Вторым злободневным вопросом стало повышение стоимости проезда в автобусах. Напомним, с 25 рублей цена возросла до 30. Также было проведено сокращение некоторых маршрутов. Вот 105-й маршрут Саватеевка. Вы знаете Саватеевки? Вот сколько сейчас рейс крайний выходит? Пол пятого или пол шестого. То есть люди, пол шестого. Подождите, 18:10. Я работаю. Вот у меня женщина звонила вчера, я работаю до 18. То есть мне с работы увольняться или как? Как я больше на такси? Представляете, в такси на Саватеевку. Перевозчик у нас обязан работать. Окончание работы до 21:30 ежедневно. Извините, если вы не справляетесь, где у нас госпожа Шунова? Почему она нас не контролирует данную ситуацию? В Юго-Восточном они доехать должны до автостанции, с автостанции за 30 рублей, с автостанции сесть, доехать до квартала, еще за 30 рублей в детский садик. Потом это что за вообще, что за колесница такая? Для чего? На эти и другие вопросы члены общественного совета будут требовать ответы от губернатора Иркутской области. Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360 Ангарск.